Город стал больше. Сегодня в объектив нашей камеры попал исторический момент. 63-й комплекс стал обитаемым. Утром там заселили первый из построенных в новом микрорайоне домов. И для 76 челнинских семей эта рабочая неделя завершается большим праздником. Мы рады, что мы заселяемся в этот дом. Квартиру мы уже видели. Очень симпатичные, замечательная отделка, все прекрасно сделано. Семье Лопатиных ее глава, спасатель МЧС, достали сегодня особые поздравления. Например, в гости заглянули представители компании-застройщика. И не с пустыми руками. Сразу же расспросили новоселов о впечатлениях. Нам здесь уютно, комфортно, тепло. И будем надеяться, что мы здесь будем счастливо жить. Детей растить. Эта пятиэтажка пока единственное жилое здание в 63-м комплексе. Землю под нее и соседние дома отвели еще в 2012-м. Но само строительство началось лишь в 2014-м. Долго велась подготовка, в том числе решался вопрос канализации. Она тут отдельная и не связана с коллектором, из-за которого было столько проблем в соседнем 65-м комплексе. Так что ничто не должно помешать сдаче еще двух домов. Строить начали в прошлом году. Ну, окончательно освоено. Вот дом у нас, последний дом, он большой. Где-то в 2017 году. Он 9-подъездный, 10-этажный. В 10-этажке будет 350 квартир, и часть из них реализуют по социальной программе поддержки молодых семей. Пока из инфраструктуры в новом комплексе лишь тротуары, парковки да детские площадки, но по мере разрастания комплекса обещают добавить и школу, и детсады. В целом освоение 63-го микрорайона только начинается. Свободной земли тут предостаточно. Только в распоряжении Госжилфонда 30 гектаров. Ну а тем временем готовится к сдаче уже следующий дом. Заселить его планируют до конца месяца. Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.